Спасибо. И надо сказать, что мама вот сумела вас двоих поднять, и это ее был выбор, что вы идете в профессию. Вы же начали с того, что занимались хореографией. Это 87-й год. Угу. Впервые я увидел Майкла Джексона «Билли Джин» клип. То есть вы были первоклассником там? Да, такое, вот, да? Прям вот. Ага. И так меня это меня так вставило, что это даже мягко сказано. Так. То есть я увидел инопланетянина. Ага. Тогда я еще совок. Ну да. И так захотелось так же танцевать. Потом пошел Богдан Титомир, вот это все, знаете, волна хип-хоп. Брейк-данс, да. Брейк-данс, да. Хип-хоп больше. И, значит, мы побежали искать какой-то танцевальный быстрый кружок в Солнцево, быстро, чтобы что-то. Все, бегали и нашли. Нашли кружок танцевальный, но, как оказалось, это преподаватель там был Вячеслав Кожихин, Вячеслав Иванович. У него был свой театр «Синтез» пластической драмы. Он ездил там полмира, и театр распался. Он приехал из Омска в Москву и как бы тоже начинал, как бы, кружок открыл, чтобы подрабатывать. Но хотел театр возобновлять, новый, молодой. Вот мы к нему приходим. Все такие, Майкл Джексон, хип-хоп, хотим. А там зал такой огромный, как сейчас помню, огромный зал, и девочки у станка стоят. Балет идет, ну, станок. Вот так посмотрел на нас, смотрел, говорит, хотите Джексона и хип-хоп, вставайте на станок. Ни один, говорит, стиль танцевальный вы не сможете без станка, без Это правильно, это да. Школа, да. Вот. И помню... Вот в этот момент жизнь и перевернулась. А это Солнцево, 90-е начало. Мы прям бежали туда после школы. 2 часа до выхода собирались, бежали туда. И занимались с утра до вечера. Причем ходили и на младшие группы, и на старшие, и на аэробику женскую. Там, ну, на все, на все ходили. То есть настолько загорелись, что... Вот благодаря Майклу Джексону я и вот в профессии. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».